Что нужно делать, когда зимой выпало 4 выходных дня подряд? Приехать в аэропорт. И прилететь за полярный круг. Мурманск – это столица Арктики. Мурманск – самый крупный город за полярным кругом. Мурманск – город молодой. Основан в 1916 году. На самом деле это крайний город, который основан при царе. Самое высокое здание на Заполярье – гостиница «Азимут». Раньше называлась «Арктика». Памятник треске. Памятник коту Семену. По легенде, он уехал в отпуск со своими хозяевами и потерялся где-то в Подмосковье. А потом, через 4 года, по другой версии, через 6 лет, вернулся домой в Мурманск. Памятник называется «Ждущая». Девушка встречает моряка или провожает, но для Мурманска одета очень легко. Здесь, в морском порту, находится ледокол «Ленин». Это первое в истории судно с атомной энергетической установкой. 67-й год. Памятник морякам-подводникам, погибшим в мирное время. Это рубка от подводной лодки «Курск». Кроме рубки от подводной лодки «Курск», мемориал включает в себя маяк и храм. Во время Великой Отечественной войны
город практически полностью был разрушен. На него сбросили более 12 тысяч авиабомб. Здесь установлен памятник защитникам Советского Заполярья. Все, кому не лень, потеребили тему Териберки. Вот и мы сейчас выдвигаемся туда. Мурманская область, в принципе, самодостаточная с точки зрения энергообеспечения. Тут есть и Кольская атомная электростанция, и два десятка гидроэлектростанций, две ТЭЦ. Однако же здесь решили построить самую крупную в Арктике ветряную электростанцию. Будет 50 ветряков итальянских мощностью более 200 мегаватт. Териберка, бывший районный центр Мурманской области. Именно здесь снимали знаменитый фильм «Левиафан» режиссера Андрея Звягинцева. После этого и стал поселок знаменитым. Сейчас он испытывает буквально туристический бум. В драме «Левиафан» показана безысходность борьбы маленького человека с чиновничьей машиной. Однако северная природа в кадре потрясающая, а разруха в селе привлекает красотой увядания, что и манит сюда путешественников. Вот ты какой северный олень. Скелет кашалота. Именно он был. Песчаный пляж на морском берегу в Териберке. А там на берегу выброшенный корабль. Так и стоит. Стал достопримечательностью. Thank you.
здесь пляж. Он называется «Яйца дракона». Такие круглые овальные валуны. А здесь открытое Баренцево море, Северный Ледовитый океан. Подожди, подожди. Ты же хотела к морю. Я привез тебя к морю. Что не так? Ну, как тебе сказать? Многие не знают, что Баренцево море не замерзает. Сюда доходит теплое течение Гольфстрим. Пожалуйста, на улице минус 15, море парит. Впереди Тарейный водопад, наверное, замерзший. На этом месте в 2015 году снималась одна из сцен фильма «Дуэлянт». Точно, вон. Где дымка начинается. Да. Ничего себе. Ну вот просто позавчера ближе были, прям вообще здесь. Знаменитая Териберская заброшка, школа. Школу открыли еще в конце 50-х, а закрыли в 2006-м. Сказывание Пушкина. На въезде в Териберку есть кладбище кораблей. Приехать сюда лучше в период отлива, иначе все корабли будут под водой. Село посещает порядка 400 тысяч туристов в год. А еще Териберка является единственным местом в европейской части России, куда можно добраться по автомобильной дороге, чтобы увидеть открытое Баренцево море и Северный Ледовитый океан.
будучи на севере, обязательно надо попробовать морепродукты. Это, конечно же, рыба, семга или треска. Но хотя бы раз стоит попробовать морского ежа и гребешки. Вам нужно понять, что это такое сам по себе. Да, и интересная консистенция, и вкус такой. И это нельзя приготовить. Это кушать тоже вот свежим. Свежий. Свежий. Вот только что поймали и закладывали. У нас там ничего не кушать. Вы познакомились, знаете, какой он на вкус. Да. Добавляем немного соевого соуса. Но, смотрите, и яичко туда. Перепелиное. Да, перепелиное. Разбивать там? Бросайте. И теперь вам нужно перемешать до однородной массы все это. Очень вкусно. Чувствуете разницу? Да. Смотрите, следующий этап. Сейчас туда же добавьте немножко лимончика. И опять размешать. Отлично, я очень рад, что тема. Получили такое гастрономическое. Я думал, все это будет гораздо... Ну, нужно будет себя заставлять. Нет, это вкусно. Это реально вкусно. Центр города Мурманска. Площадь называется «Пять углов». А здесь находится самый северный Макдональдс в России. Ну, уже по-другому называется. Здесь была табличка об этом. Сняли. Приезжающие сюда туристы зимой мечтают увидеть северное сияние. Мы не исключение. Это называется здесь охотиться за северным сиянием. Должно совпасть два фактора. Первое – это солнечная активность, и второе – это ясное небо. При абсолютно чистом небе с солнечной активностью нам в тот вечер не повезло. Ну, значит, повезет в следующий раз.